Так, ребят, всем привет. Продолжаем вести наш груз, который мы в предыдущей серии взяли. Так, сейчас едем через брод, через второй брод. Но и здесь проедем прямо, чтобы не сворачивать. Здесь тоже прямо. Ну и на лесопилку. Давайте начнем. Так, попробуем сейчас на скорости проскочить здесь. Так, а вот здесь нужно поосторожнее. Так, здесь направо. Да, вон туда нам. Там через туннель какой-то, походу, ну, вон там дорога шла.
По идее, должен сразу вот сейчас лесопилку закрыть. Так как мы везем 8 очков сразу этим прицепом. Ну и плюс у нас прицеп складывается. Проблема нам не должна составить. Так. Оп. Смотрит он как криво. Его надо было ровно поставить. А то он как был, так и остался, видите? Это некрасиво. Надо его это выровнять. Вот так вот. Да ладно. Все, да? Серьезно? Ну ладно. Так, значит, так. Да он как-то... По-моему, он не доехал, такое ощущение. Или так кажется мне. Еще раз. По-моему, он должен ближе или нет? Да. Во. Заклинило что-то, значит. Так, ладно, глушим. Пересаживаемся на К-700. И нам нужно будет сейчас развернуться, здесь уйти на... направо, потом здесь, ну и на дорогу направо. Мне нужно перегнать его на точку погрузки. Еще и топлива мало, блин. Да убери ты. Вот сюда вот, да? Здесь так, ну и...
Так, а я тут-то могу проскочить, чтобы не через город ехать, а вот здесь по дороге. Так, а у меня тут ГАЗ-66 стоит, а может у него топливо есть? Давайте посмотрим просто ремонтные части. Но у него зато есть ремонтные части. Все, отлично. Топлива нет, к сожалению. Топлива нету. Сейчас доедем до развилочки, которая идет на гараж, и остановимся. Есть одна идея у меня, я никогда еще за все это время не пробовал. Все, вот здесь вот его останавливаем, пересаживаемся вот сюда вот. Маз, на котором я уже возил лес. Так. Попробуем загрузить его сюда и довести, чтобы сэкономить топливо, потому что ему еще там до точки погрузки потом ехать. А по асфальту мы можем его попробовать довести. Если он, конечно, не свалится с него, я просто не знаю, не возил ни разу на таких платформах погрузочных. Поэтому сейчас все будем тестировать. Тихо, тихо, тихо. Все, конечно, поместится, то может сейчас свалиться. Так, ну что ж, загнал я туда, правда, еле-еле бампер упирался. Вопрос, как он будет теперь держаться на нем. Давайте пересядем. Так, ну что,
Поехали. Я надеюсь, он не свалится. Иначе это будет трэш. Потихонечку сейчас будем вести его, чтобы он у нас никуда не свалился. Под этим углом так. Так, у нас мало топлива. Еще вот вопрос в этом. И топлива здесь больше. Но здесь я никак не доеду. Здесь, правда, есть вот. У него топливо немножко есть, да? Давайте, знаете что? Давайте трактор еще. На тракторе сейчас доедем, повернем сюда. Ну и тут доедем, заправим. Да, у него есть немножко топлива. Блин, лучше бы у него 400 топлива было. Топлива очень мало у него. Хотя, судя по всему, я на нем вообще никуда не доеду. Вы посмотрите, он просто вязнет. Он не хочет ехать. Да ну это бред, конечно. Ну вы серьезно, трактор бы спокойно здесь проехал бы. Это же не болото, просто дорога. Если уж он по полям ездит, пашет, блин, тащит плуги за собой. Ну это вообще, смотрите, бред какой-то, конечно. Он вообще ехать не хочет. Нет, к сожалению, трактор отпадает. У него ни блокировки, ничего нету вообще. Зачем его сюда добавили, если он ехать не может? Просто по дороге ехать не может. Я понимаю, если бы я куда-нибудь съехал там. Да. Осторожней надо, разогнался я. Практически приехали.
Сворачивать нет смысла на нем, потому что я с ним тут куда тут доеду-то? Мне нужно его вот на эту точку погрузки привести, но я тут с ним просто это не проеду. Переверну, скорее всего. Возможно, этот МАЗ потом временно переоборудую под топливозаправщик. А этот мы сейчас пока здесь поставим. Я эту погрузочную платформу здесь оставлю просто. Так, тут же где-то опоры были, ну-ка. Так, нет, это не надо больше. Давайте просто доедем до топливной этой цистерны большой, которая стоит. Я ее там отцепил, бросил. Посмотрим, как масса ее сможет тащить. В смысле, я не могу, что ли? Ничего не понял. У меня же этот есть. Почему я ее не могу подцепить-то?
Да, довольно-таки интересно это начало троса. Почему-то я не могу ее зацепить. Непонятно. Не подходит, значит, к этому мазу. Не подходит. Так, ну что, ребята, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.